Всем привет, с вами Рязан, и я продолжаю играть в Эвелнин. И... не помню, куда тут идти. Давненько я уже не играл. Помню, вот тут мы брали всякие штучки классные. Ну-ка. О, еще разочек. Ой, вы видели, насколько это было близко? Так, отлично. О, вы слышите? Кидман? Неужели она жива? Надо только осмотреть здесь все. Дабы собрать всю зеленочку. 5900. Неплохо. Блин, патрон у меня, конечно, не густо. Не густо патрон у меня. Фига мне спички, лучше патрон дали бы. Так, нам сюда. Вон она, живая эта шлюшка. Ну, она сексуальная, кстати. Говорят, да, нужно идти туда. Говорят, в следующем году выйдет дополнение, где мы будем за нее играть. Круто. Так. Ой, эта хрень туда плывет. А мне, походу, тоже туда надо. Так. Подождите, а с... В чем прикол? Она реагирует на выстрел? Ну-ка. Нет, не на выстрел, а определенное время. Окей, плывем. Так, эта хрень сзади. А я стою, блин, в воздухе. Так, тут что-то есть у нас. Ага, бутылка. С помощью которой мы приманим эту хрень еще разочек. Хотя не, навряд ли нам нужно просто кинуть это все. Лови! Понятное дело, нам нужно стрелять, но вот сюда еще можно забраться. По ходу дела, ну-ка. Проверим. О, полегче. Пиявка из Припяти. Kidman, hold on. Help, there's too many of them. Ну, ты сексуальная девчушка, они за тобой тянутся. Понятное дело. Хотят тебя трахнуть. Война. Где эта хрень? Все. А, вон, вылазит. Ой, какая злая, еще сожрать меня хочет. Выкуси, выкуси. Так. Патрон мало. Реально мало. Но пистолет-то послабже будет. Надо только прицелиться нормально. Так, блин, как же у него прицел дергается, это вообще жесть. Попал. Все отлично. Бежим, бежим, бежим. О, господи, давай, давай скорей. Все, нормально. Так, смысл этих бутылок, если... Ай, эта хрень на них не реагирует. А, не, реагирует. Ну-ка, еще разочек. На, сука.
Ой, там снайпер. Ах ты ублюдок. Залезь сюда. Так. Надо снайпера вынести. Все, отлично. Так, я думаю, тут надо немножко дождаться. Сейчас она опустится. А вот. И да ладно, их тут несколько. Вот дерьмо. Мне кажется, надо эти две штуки сразу убить, чтобы они отвлеклись. Так. Ой, она сейчас эту сожрет, а у него пропан. What the fuck? Оу, у меня проблемы. Спокойно. Не, проблем нет. Ты сожрал труп с пропаном. А-а-а, мне пипец! Твою мать! И все. Серьезно, с одного раза? А, типа отбиться там на пробел? Press X to win, не? Миками такое не... О, господи. What the fuck? Первый раз в игре ловлю такой баг. Где? Я вообще хз. Блин, я под землей. Это вообще нормально? Это легально? Чего я тут забыл? У вас были такие лаги, ребят? Мне кажется, навряд ли. Так, я куда-нибудь бегу вообще? Поближе там. Эх, жалко, нельзя, типа, к боссу там сократить через пару уровней. Эх, ну ладно, придется загружать игру, походу. И звук, кстати, пропал. Да, провалились. Ой. Да ты шутишь. Чё он делает? Он исполняет. Господи, отпусти меня. Ну, короче, такие вот интересные баги в Вейвовине. Ладно, давайте попробуем загрузиться с... Так, соединение. Ну, придется мне воссоединение загружать. Эх, опять мне тут придется собирать все. Сохраняться. Ну ладно. Я еще вернусь, наверное. Опять сохранюсь. После того, как соберу все, что. Ну, все, что там я найду. Так. Ха, максимальный запас. Странно. Ну, хоть здесь не лагает, это радует. Теперь даже не знаю, что будет главнее в этом выпуске. Какой-нибудь босс или то, что провалился. Не, ну реально. Так, тут мозги закончились. Brain. Нас тут готовят явно. Так, раз, два. По-моему, на четвертый раз выпадает. Три. Ага. Отлично. Даже одна пуля в этой игре. Важно. Кингмен, мы ее слышим. Ну, мы теперь знаем, что там будет происходить. Но все-таки, блин, провалиться в лаг.
Да. Пострашнее всяких уродов будет. По-любому это Рувик нам все загадил. Давайте сохранимся. Чтобы потом, если что, опять не собирать все это заново. Вот, отлично. Have you forgotten something? Да не, я так, на пару минуток. И возвращаюсь. Зомбомба. Фуджи Дью. Что за плакаты? Не, ну все равно, даже такие мелочи, они обычно, ну, какую-то отсылку имеют к чему-то. Разработчики не просто так все это добавляют. Так, ну что, выбегай, шлюшка. Кстати, нужно стрелять не по веревке, а по трупу. Я понял. Блин, я мог бы просто здесь реально проплыть и все. Если бы не этот долбанный автобус. Школьники. Они даже не помешаются. Вот дрянь плывет. Плыви, плыви, пока можешь. Здесь эта херня меня не схватит. А какого хрена ты? А-а-а! Это было близко. Вы видели? Чуть меня за жопу не цапнуло. Твою мать. Ладненько. Так, еще. Еще один. Ты какая-то голова, реально. Так. Наш герой держится за голову. Похмелье. И тетка. Ага, далеко, нормально, успеем. Не-не-не, там все нормально. Не переживайте с меня. Что, вы не переживаете? А для кого я тут потею? Там и копы, и какие-то рабочие. Весело у нее там. Она в центре внимания мужчин. Все женщины всегда хотели этого. Нет? Не хотели? Я думал, хотели. Ох, всегда мечтал поплавать по всякому говну, дерьму и прочему. Кстати, играю я теперь на новом ПК. Ну, я думаю, уже в курсе. Вот, и вообще классненько. Хотя у меня, в принципе, старый тянул вейвовинин максималочки. Здесь тоже тянет. Ограничения я не снимал. Все это осталось так же, как и есть. Ну, такие... Вот этот вот узкий экран, там что-то еще. Мне кажется, не успею, да? Не успею. Давай, 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 давай. Божечки, сейчас укусит. Вот. И я решил, не буду ставить там... Есть, короче, патч, чтобы было 60 кадров и на весь экран. Я решил оставить как есть. То есть оригинал. Снайпер от бога. Залази уже.
Может отсюда этих уродов поснимать? Ну, ну реально, ну-ка. Ну, хотя бы одного убьем. Допустим, вот этого. Может потом попроще будет. О, мозги на воде. Так, вот тут вот уже посложнее. Тут двое. Плавает. Бутылок нет. Алкаши не проспонсировали. Надо, короче, одну сбить, чтобы он отплыл, вот туда доплыть. А потом второго. Ладненько. Плывем, плывем, плывем. А еще одна сука! Твою мать! Ёб твою мать! Ну что за дерьмо? Сколько их там? Трое, что ли? Или он отплыл, я не заметил. Сейчас, наверное, опять будет этот баг. Смотрите. Будет хорошо, если его не будет. Будет плохо, если он будет. Твою, ну что за дерьмо? Я опять под водой. Сука. Что-то вообще сегодня не идет. Не, эпизод заново мы не будем начинать. Там, в принципе, 2 минуты геймплея, все прошло. Я там все собрал, так что быстренько бежим. Надо сбить, короче, 2 трупа. Они двое поплывут в разные стороны. Мы быстренько доплывем до тачки. Там я видел, были эти бутылки. Алкашей. И мы бутылочки закидаем в воду. Они за ними поплывут. Проблемы с сомами этими. Сомы с... Реального сома видел здорового. У них еще такие усики. Ни хрена они не милые на самом деле, ребята. Те еще уроды. Кейнман! Мне кажется, как будто в фильме в каком-то. День сурка называется. Когда одно и то же ты проживаешь несколько раз подряд. Так, ждем. Геймплей в игре реально такой неторопливый. Экшон обычно во время боссов. Эту шлюху вообще можно убить? Потом он уплыл вот здесь. Потом оказался здесь. Видите, как несправедливо. Так, ждем. Сейчас сигнал будет, и я стрельну. Фейкуси! Ага, можно было даже не стрелять, я так понимаю. Потому что... Ну, он сразу за мной повернулся. Там надо подождать, пока он туда поплывет. А это откуда тут взялся? Вот, просто неинтересно. Плавущая голова, ну что за... И волосики. Так. Контрольная точка. Вот тут вот... Я должен загружаться. А тут я провалюсь в воду. Разработчики из Tango Gameworks. Красавчики. Вы разбираетесь. Kidman, hold on. Help, there's too many of them. О, кстати, я же не замечал его тут, но он стоит. Бэмс, и все. Может, ей вот так реально помочь, и она нам что-то сделает? Ну-ка. Сейчас мы попробуем. Я ж что-то сразу не допекал. Ну все, Кинман. Я их убил. Там типа еще один. Ух, девочка моя, ты могла бы открыть дверь.
убить его и помочь мне. Но нет, ты будешь стоять и держать дверь. Никто не дергает. Вон эта тварь. Отлично. Ох, божечки. Ладно. Ой, зачем я трачу такие крутые патроны? Плыви, 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 плыви! Господи, давай. Хорошо. Все, ты наелась же! Ну, хорош, голова. Волосы Стелланоса. Ребята, смотрите, шевелюра какая. Просто вообще кадр. Так. Подальше. А. Так, спокойненько. Блин, можешь и гранаты вынести, реально, ну-ка. Тебе гранаты тратить. Что-то тут неохота. Ах, божечки, так, раз. А где второй труп? Ага, вот он. Видите, он здесь был. Сучка. Так. Кто меня там видел? Воу-воу-воу-воу-воу! Ты чё, ёпта? Выныривает. Вы посмотрите, вообще потеряли страх. Я в фахере. Так. Блин, тут у меня реально времени вообще ноль. Так, сейчас будет подниматься, сразу кидаю. Костелас, плыви, божечки! Как же близко! Жесть. Где-то 10 минут я потратил на прохождение этого места, даже больше, минут 15. Ну, я не сказал бы, что это было легко. Здесь прям нереально все скриптовано. Они появляются вот в определенных местах. Ну, мы прошли это. И надеюсь, теперь я не буду под водой. Так, я же убил этих зомби. What the fuck? Так, слишком много. Так. Все, один болт решил наши проблемы. Так, а где там? Что-то пикало. А, вот где. Так, спокойно. Болты это по нашей части. Так, что у меня там с деталями? Можно взрывной сделать и... световой, поджигательный. Неплохо. Ну чё, Кинбан? Я тут поцарапал. Да ладно, ты ж как-то... Ой, я в нее вселился. Кинман. А где я-то? Я в Кинман! Господи! Почему это такое лаганое место? Я вселился в нее. О, божечки. Можно ехать, хотя бы управлять, что ли?
Не, я ничего не могу делать, ребята. Я вселился в бабу, нормально. Знаете, есть фильмы типа с... Типа, ну там, про призраков, которые вселяются в людей. Или там, обмен телами. Ну это что-то из этого разряда. Ладненько. Если мне опять придется проходить вот это вот плавающее место, я бомбану, серьезно. Пожалуйста, ну хоть бы я не был в ней. Только не в ней. Или не под землей. А, вот все. А звук-то где? Господи. Звука-то нет. Эх, если бы не ты. Окей, ладно, может звук появится? Я звука не слышу. Звук исчез. What the fuck? Что происходит? Кто меня бил вообще? Господи! Да, Вейвлинин вообще нереально лагает. Слушайте, это жесть какая-то. Баба, ты вообще меня бесишь. Нереально лагучая игра. Так. Ну, короче, ребята, ладно, я думаю, я здесь выпуск закончу. Какие-то проблемы с игрой. Давайте, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Рязан. Я вообще ни хрена, по сути, не прошел. Ну, так, такие дела, народ. Что делать? Я могу просто рядом с ней встать, типа скриншот сделать. Сейчас. О. Парочка. Неплохо смотрится. Ну-ка, давай я тебя... Сейчас я в тебя вселюсь. Каждый день вселяюсь. Ну-ка. Сзади особенно. Так, 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 так. Не получается вселиться в нее. Ну, вот так вот, допустим. Да. Неплохо. Это новый босс в игре будет. Это пострашнее реально боссов, которые раньше были. Представляете? Такая тварь на меня нападет. Ну ладно, короче, всем пока, ребята.